Строительство велопешеходной эстакады и нового участка трассы здоровья, которые должны соединить Фонтан и Аркадию, вышло на финишную прямую. Однако качество работ, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Теперь в Аркадии можно пройти или проехать на велосипеде через задний двор и набережную жилкомплекса «Морская симфония». Однако не все так просто. Плитка плохо состыкована и гуляет. Местами она пошла волнами или разбилась. Одесситы явно не в восторге. Просто, наверное, зимой будет скользко просто, да. И тем более надо было грабить или еще, не знаю, как-то, чтобы так. Или другая плитка. Может быть, не скользкие есть такие, что Тираспольскую площадь ставили. Не знаю. А в целом? В целом нехорошо. Здесь сейчас как-то не часто ходила, но вообще, я думаю, некачественно везде кладут. Она отвратительно постелена. Она брошена так, как говорится, человек на добром слое. А если так серьезно подходить, то это все незаконно. Правда, как сообщают некоторые СМИ, подрядчик, компания «Росдорстрой», возможно, все это еще исправит, так как работы хоть близятся к финишу, но время еще есть. Напомним, строительство эстакады затянулось из-за ошибок, которые были допущены при проектировании сооружения, активизации оползневых процессов и из-за коммерческих строек. Некоторые бизнесмены собираются возвести в этом районе еще два объекта. Кроме того, объект существенно подорожал. Согласно муниципальному бюджету на 2020 год, в итоге сооружение обойдется городу в 74 297 428 гривен, из которых на эстакаду потратят 46 600 000, а еще 27 600 000 гривен на подходы и съезды с нее. Компания «Росдорстрой», которая со второй попытки выиграла тендер на строительство этого сооружения, обещала все сделать до июля 2018 года за 31 000 000 гривен. Строительство участка трассы здоровья на велопешеходной эстакады в обход ушедших в частную собственность склонов и пляжей на 10-й станции Большого Фонтана продолжает преподносить неожиданные сюрпризы. Чем лучше дорожка, тем больше здесь пешеходов, ездить невозможно. Так, проектные решения достройки трассы здоровья пришлось увязывать с проектом двухэтажного, а на деле трехэтажного паркинга с общественной уборной, трансформаторной и распределительной подстанцией, теннисными кортами, которые еще планируется построить. Чтобы дать возможность построить паркинг, съезд с эстакады на дорогу, продолженную на средней террасе склона, выполнили в виде резкого на 90 градусов поворота. Не исключено, что в ближайшее время проект ждет еще одна корректировка, связанная с необходимостью обхода «Морской симфонии». Пока дорога в том месте упирается в холм.